Сергей Еремин произвел новые кадровые перестановки. Заместитель главы города, руководитель департамента транспорта мэрии Игорь Ким теперь займет кресло главы Октябрьского района. Информация о переназначении Кима опубликована на сайте администрации Красноярска. Кроме того, назначен руководитель Советского района. Им стал Андрей Коротков. Его последнее место работы – начальник отдела капитального строительства Сибирского регионального центра МЧС России. Комментируя прессе назначение Короткова, Еремин заявил, что тот, цитата, «обладает тем набором компетентности, которая нам необходима». Конец цитаты.